1948 год. Онкодиспансеры – это два кабинета на базе поликлиники областной больницы. Праз пару годов установе выделено 25 ложков стационара. У год робится 150 операций. Сегодня онкологичный диспансер выконывает их больше за 10 тысяч. Появилось новое оборудование, которое позволяет нам проводить малоинвазивные операции. Это эндоскопическая техника. Аппараты радиочастотной абляции, которые позволяют другими методами воздействовать на опухоль. Ну и новый хирургический инструментарий, естественно, позволяет тоже делать новые операции с применением микрохирургической техники. Сегодня у областным онкодиспансеры лечат практически все виды рака и робить это на высоком уровне, отмечают столичные коллеги. Только 5% от числа тех, кого мы лечим себя в республиканском центре, это жители Брестской области. То есть практически онкологический брестский диспансер своими задачами справляется, и абсолютное большинство онкологических пациентов получает лечение в Брестском онкологическом диспансере. И показатели этого лечения хорошие. Штогодовый рост онкологичных захворваний не дает врачам-онкологам расслабляться. Навод юбилейную дату яны отзначают у науковым ключи. Проведением республиканской науково-практичной конференции по пытаниях лечения рака молочной залозы. Тема актуальная. Рак молочной железы составляет 10% от всей онкологической патологии. А если мы будем учитывать онкологическую патологию у женщин, то она занимает первое место. И, к сожалению, на сегодняшний день пока проблема остается острой, потому что где-то 24% – это женщины, которые имеют третью, четвертую, то есть запущенные стадии заболевания. Ранняя диагностика – залог поспяхового лечения рака любой локализации. На сегодняшний день 5-годовая выживальность пациентов – больше за 50%. И это достигнение у первую чергу людей, которые день и ночь у борьбе с коварной хворобой. Любое оборудование, оно, в принципе, как говорят, это кусок железа. Самое главное – это люди. И приятно сегодня сказать, что показатели нашего онкодиспансера, они действительно одни из лучших в республике. И, естественно, это делается руками людей, которые там работают. Это высокопрофессиональный коллектив. Коллектив онкологичного диспансера сегодня тут працует больше 700 человек, принимая веншаваний и заслуженные узнагороды от областной и городской улады. И, конечно, великую поддяку от многих жихаров области, которые, дякуючи профессионализму брестских онкологов, отримали надею на життё.